Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили, и сегодня у нас с вами... мы с вами будем кушать азербайджанское традиционное блюдо, которое называется гюрза. Это что-то вроде грузинских хингали у грузинов. В общем, блюдо я ела до этого, конечно, много раз, но почему-то мукбанг ни разу не снимал. И тут как-то мама подала мне эту идею, она говорит, вот постоянно у тебя грузинские хингали, попробуй что-то такое. Я подумала, почему бы нет. Давайте сразу немножечко посыпем барбарисом. Сколько здесь штук? 21. Я буду кушать палочками. Не знаю, получится или нет, но мне как-то нравится, когда я ем палочками. Это как-то эстетически красиво. Но не знаю, насколько это будет удобно. Макаем в мацоне. Здесь мясо уже обжаренное. И получается просто бомба. Получается просто обалденно. Я сегодня в платье. Платье вообще ношу очень редко. Раз, наверное, не знаю, в месяц. Не знаю, мне как-то неудобно в платьях. Как вкусно. Как же это вкусно. Абсолютно другой вкус, нежели у, например, пельмешек. Хотя, по идее, состав почти один и тот же. Те, кто боятся, что пельмешки во время варки, они хорошенько не сварятся, лучше приготовить гюрза. Кстати, рецепт в инфобоксе, переходите обязательно и смотрите. Я здесь, значит, выписала себе вопросики. Самые часто задаваемые и интересные вопросы из своего инстаграма. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Первый вопрос, это вообще касательно моей подписчицы одной. Она как-то поделилась со мной и просила вообще развить эту тему. Она рассказала, что ее муж постоянно употребляет спиртные напитки, и что можно делать в таких случаях, как можно его кодировать. Вот. Вообще, я считаю, что если мужчина выпивает, и у вас нету совместных детей, лучше как бы от него избавиться, как бы это плохо не звучало. Но люди редко меняются. У меня у подруги был парень, он тоже постоянно выпивал, какое-то, знаете, непонятное. Я бы не стала вообще даже замуж выходить за человека, который употребляет запрещенные вещества. Если я встречалась лет 5, например, с парнем, потом он потерял, например, путь и начал чем-то таким заниматься, то я бы, наверное, ему помогла. Но если он изначально такой, на мой взгляд, даже не стоит ничего менять, ничего, вот, знаете, упрашивать. Ой, вот я тебе конфетку дам, лишь бы не пей. Зачем? Полно нормальных мужчин. Может быть, многие напишут, что это как-то эгоистично. Но вы знаете, я считаю, что мужчина должен вести, а не женщина должна за ним следить. И вот это не делай, то не делай, туда не смотри. Устала я просто от таких мужчин, честно. Реально устала. Сколько можно? Как же вкусно. Именно то, что здесь уже обжаренное мясо, придает особый такой, знаете, яркий прям вкус.
вкусно. Следующий вопрос. Бывает ли у тебя страх остаться одной? Если честно, этот страх всегда всю жизнь меня посещал. Я всегда думала, что вот, вдруг у меня не будет детей, я останусь абсолютно одна. Вот, у нас у бабушки есть двоюродная сестра. Она никогда не была замужем, и у нее нет детей. И она абсолютно одна. И хоть у нее есть дети, ее братьев, сестер, все равно это не то. То есть свои дети и чужие дети – это не одно и то же. Все равно чужие дети не будут к тебе так хорошо относиться, как твои. Ты можешь порой быть неправа. Вообще люди в возрасте иногда бывают как дети. И твои дети это все будут терпеть, а чужие – нет. Учитывая все эти моменты, я бы не хотела остаться на старости лет одна, как и никто. Поэтому я немного не понимаю людей, child-free, да? Они не хотят детей, хотят всю жизнь жить для себя. Но на старости лет кому ты нужен, если у тебя нету детей? Я считаю так. У нас на Кавказе вообще большое такое, знаете, уважение к старшим. И это очень круто, я считаю. Например, в России меня очень это раздражает. Какой-то, знаете, сопляк, так скажем, извиняюсь за выражение, в третьем классе и может просто рядом с тобой ругаться матом или как-то тебе нахамить и пойти дальше. Здесь вы такой никогда не увидите. В этом плане здесь вообще очень хорошо. Я считаю, что детей нужно как раз-таки воспитывать так, чтобы они уважали старших. Не так, что, знаете, учительница, да кто она такая вообще? Мама пойдет, сейчас разберется со всеми с ними. Нужно, чтобы с детства дети как раз-таки уважали старших и всегда прививать это им. Знаете, а лучше, чем в Азербайджане, дети воспитаны в Дагестане. Это вообще я не видела настолько воспитанных детей, как в Дагестане. Потому что Дагестан все-таки он чтит традиции. Азербайджан это все-таки, знаете, как... Это не Дагестан, это не Чечня. Здесь больше как-то светское государство. Я как-то поехала на свадьбу к двоюродному брату в Дагестан. И вы бы видели этих детей. И мама сказала, стой здесь, они стоят. Мама сказала, принеси то, они принесут. И вообще не только к маме, вообще к старшим. Когда у них там старшие разговаривают о чем-то, дети не влазят, не начинают. Ой, мама, хочу это, мама, хочу то. Я даже двоюродную сестру спрашиваю, я говорю, в чем секрет, как ты их так воспитала? Чуть выросли, начинают помогать в чем-то. Вот в чем могут, в том и помогают. Вот, и прям, знаете, так с таким трепетом относятся к родителям, дети в Дагестане, да? Прям смотришь и тьфу-тьфу-тьфу не сглазить. У нас, конечно, в Азербайджане такого нету. Может, есть, но редко в каких семьях. Но в преобладающем большинстве дети не такие. Я бы очень хотела, чтобы мои дети выросли такие же, как и в Дагестане.
Там прям такое уважение к девушкам. Я не понимаю, почему дагестанцы, например, переезжая куда-то в Россию, например, да, начинают себя как-то, ну, странно вести. Но у себя на родине у них же все это... Кто-то пришел. К пятачку кто-то пришел. Сочетание барбариса. Господи. Мясо, тесто. Просто обалденно. Вот поэтому как раз-таки я хочу завести одного ребенка. Потом через лет 6 завести второго ребенка. Я реально вот, например, смотрю каких-то подростков, да, русскоязычных в Азербайджане. Иногда, когда я слышу мат, для нас это настолько дико, но потихоньку, потихоньку подростки уже начинают ругаться матом, какие-то, знаете, такие борзые становятся. Но это нужно пресекать. Это реально не круто, ребят. Если вы меня смотрите и вы ругаетесь матом при взрослом, это не круто, это не красит вас, а просто показывает вашу невоспитанность, и все. Сколько штук осталось? Следующий интересный вопрос. Могла ли я жить со свекровью? Чисто физически, чисто гипотетически, да. Но я бы не хотела жить с тещей, дабы сохранить хорошие отношения. Например, моя мама. Я бы, если честно, на старости лет не хотела бы, чтобы она жила с моим братом и с его женой. Лучше пусть живет одна с папой. А если, ну, папа и мама, например, пожилые, и они не могут справиться с домашними какими-то обязанностями, то я их возьму к себе. Все равно дочке проще найти общий язык с пожилой мамой, нежели невестке. Например, я сделаю какое-то замечание, например, своей маме. Она не обидится на меня, даже если в грубой форме. А если это же замечание, даже в более, знаете, такой мягкой форме сделает невестка, это все, это будет бух, это будет бомба. У нас вообще по традициям мусульманским, то есть мать должна жить с сыном. Но я спокойно к этому отношусь. И даже я бы хотела, чтобы моя мамочка и мой отец жили со мной. Банки все закрыты, карточку мою заблокировали, и, в общем, я осталась без денежек. К чему я это сейчас вспомнила, даже не знаю. У меня иногда бывает такое. Вот, и сразу папулечка вспомнил, что, оказывается, его карточка осталась у нас дома. Пошел эту карточку, старая какая-то, знаете, давнешняя карточка, российская. Сходил в банк, разблокировал. Со своей карточки кинул на эту карточку. И чтобы я могла в терминале пойти взять денежку. И тут ты понимаешь, сколько всего хорошего родители делают для тебя. Вот. И ты просто не имеешь права, когда они пожилые или когда они говорят что-то не так, просто отказываться от них. Мы не имеем права на это.
Это что за сок такой? Знаете, прям вином пахнет. Это черника. Такое ощущение, что он виноградный. А здесь вот еще виноград нарисован. Понятно. Все с вами понятно. Макаем. В общем, у меня у отца такой характер, его, например, просят что-то сделать, он моментально просто это сделает. Вот как только у него найдется свободная минутка, он сделает это. И просто не нужно ему напоминать. Он и так это все сделает. Я в последнее время, кстати, начала для мукбангов использовать просто блеск для губ. Я подумала, о чем. Помада вся стирается, и в конце видео это все выглядит очень некрасиво. Последний съесть не судьба. Он упал. К сожалению. В реанимацию его, в реанимацию, срочно. В общем, на этом все. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. С вами была Эмили. Всем пока.